креативные, востребованные и способные приносить доход. В Департаменте финансов и экономики подвели итоги конкурса «Бизнес-идей». Всего в адрес организаторов поступило более 30 предложений от жителей региона. Лучшими комиссия признала 4. Среди них мобильная гостиница в Большеземельской тундре, детское кафе, детская студия красоты и площадка для занятий спортом и выгула животных. Победителей пригласили в фонд поддержки предпринимательства не только чтобы поощрить за участие, но и предложить помощь в реализации бизнес-проектов. Непосредственно кафе, где главный ребенок все-таки, там детские стульчики, детские, ну, все под детей, вплоть до детской площадки, прямо в самом помещении. Притворить в жизни идею детского кафе мечтает Татьяна Кильдиярова. Мама двоих детей точно знает, такое место станет посещаемым, аналогов ему в городе нет. Семен Чупров также уверен, его проект «Мобильная гостиница в Большеземельской тундре» будет пользоваться спросом. Туризм в регионе на подъеме, а необходимая инфраструктура практически отсутствует. Планы молодого человека более чем серьезные. Открыть объект Семен планирует уже к 1 ноября. В гостинице будут созданы все условия, максимально комфортные для проживания и пребывания туристов, вот, но с сохранением всего национального колорита. Мобильная, потому что она будет у нее возможность передвигаться по территории НАО, то есть мы будем всегда стараться держаться ближе к стоянкам, к стойбищам оленеводов, вот, и как раз те люди, которые будут нам приезжать жить у нас, да, в гостиницах, наши постояльцы, они как раз-таки будут посещать стойбище оленеводов, ездить в стадо, общаться с оленеводами, фотографироваться. Эти проекты, по мнению специалистов, вполне жизнеспособные. Необходимо только просчитать все существующие риски. В этом предприимчивым жителям региона предложили помощь. Специалисты фонда поддержки предпринимательства помогут авторам проработать экономическую модель и составить бизнес-план. А уже после молодые бизнесмены смогут поучаствовать в конкурсе грантов на создание бизнеса. По экономике посчитали вам, насколько, допустим, окупаемость всех этих идей? Это тоже возможно силами наших специалистов, чтобы вы, в принципе, ваш бизнес, тот, который начнете, чтобы он, так сказать, был внедрен и был безопасным с точки зрения финансовых рисков. Поэтому все риски посчитаем, мы все посмотрим. Эксперты отмечают, 4 проекта, которые выбрала комиссия, это только первые ласточки. Таким весьма необычным способом специалисты департамента и фонда всерьез взялись за стимулирование предпринимательской деятельности в регионе. Кстати, заявить о себе и своей идее можно и сегодня. Конкурс «Бизнес-идей» продолжается. Новые заявки принимают до 30 июня. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Север».